40-летняя Ольга Куриленко перенесла коронавирус. В личной жизни девушки Бонда тоже произошли перемены, актриса снова одинока. Ольга рассталась с бойфрендом, 31-летним аргентинским актером Беном Курой. Они встречались на протяжении 3 лет. Артисты познакомились на съемках. Пара не выходила в свет, но они не рассказывали о своих отношениях. В день Святого Валентина Куриленко поделилась романтичным снимком с бойфрендом. Они хотели развития отношений, но из-за плотных рабочих графиков это оказалось невозможным. Сейчас ей тяжело, но Ольга, безусловно, придет в себя, цитирует Daily Mail слова инсайдера. Актриса рассказала о заражении коронавирусной инфекцией. Она не смогла попасть в лондонскую больницу из-за отсутствия мест. Ольга Куриленко раскрыла секреты лечения китайского вируса. Узнать истории звезд, у которых подтвердилось это заболевание, можно здесь.